Ребята, всем привет! Сегодня у нас захватывающая тема – искусственный интеллект и искусство. Да-да-да, будем обсуждать, что было первое – яйцо или курица, и кто автор – искусственный интеллект или сам художник. Но прежде чем начать, нам нужно углубиться в историю. Не закатывайте глаза, я тоже терпеть не могу даты, но без них никуда. У нас в голове должно сложиться все по полочкам, особенно для тех, кто вообще не знает, что такое искусственный интеллект, нейросети, чат-GPT, OpenAI и откуда это все взялось. Ведь эти миры давно переплелись друг с другом и связаны как кофе и пончик. И вспомните с самого начала, включи любую фантастику, любые фильмы о будущем, люди всегда мечтали, чтобы роботы им помогали и служили, и выполняли за них сложную работу. Ну, честно, признаемся, да? Было такое, есть. Конечно же, не для того, чтобы стать ленивыми диванными овощами, а наоборот, сосредоточиться на более важных вещах, вроде поиска ответа на вопрос, зачем нужны подстаканники из эпоксидной смолы. Так, давайте разберемся, как и что произошло и к чему это привело. Поехали! Меня зовут Наталья Рюмина, я художник-смоленист со стажем, я не знаю, больше 10 лет. Это дружба со смолой, а до этого было масло, картон, дерево, гвозди, нитки, чего только не было. И сейчас эра искусственного интеллекта, и если ты не дружишь с ним и не понимаешь, что это такое, то ты останешься за бортом. Нужно разобраться. В чем дело? Нужен нам искусственный интеллект художникам или нет? Или будем гнать его в шею и будем рисовать на холстах, как мы привыкли давным-давно и как наши предки это делали? Так, разбираемся. Когда я говорю слово компьютер, что вы себе представляете? Ну, когда мне говорят компьютер, я себе представляю старый блок, такой, да, большой блок питания и вот коробка типа телевизор. Но компьютер первый вообще не такой. Он не был похож на это. До этого отлистать это были большие холодильники, а еще отлистаем. Это большие помещения, наполненные платами, проводками, какими-то лампочками, и люди ходили, обслуживали или переключали. Вот на это похож первый компьютер. Был изобретен в 1943 году компании EBI, но прям четкое первенство им нельзя давать, потому что, изучая этот вопрос, было много предпосылок, разработок и ученых, которые создавали большую платформу для появления вычислительной машины. Да, компьютером она назвалась позже. Но отчет появления первого компьютера принято считать от 1943 года. Это как раз было большое помещение, которое считало как двухлетний ребенок и возлагало надежды, что что-то будет лучше, чем это. Обслуживать и содержать эту машину приходилось очень большому количеству людей, и не все могли себе позволить компьютер домашний. И он был только у государственных организаций, достаточно больших и дорогих, поэтому компьютер развивался, но это было начало, только начало. Представьте себе, вы живете в 1950 году, и у вас нет смартфонов, планшетов, Netflix, интернета и Wi-Fi. Однако у вас есть воображение и невероятная вера в науку. Именно тогда гениальные умы собрались на конференцию в Дартмутском колледже и задумались, а что если мы придумаем? Знаете, слово «придумаем» вообще здесь применить, но так оно и было. Мы придумаем, разработаем и научим компьютер понимать нас как ребенок. Да, как ребенок понимает маму, как он растет, развивается. То есть искусственный интеллект вообще по всему моему выступлению сейчас перед вами будет сравниваться с человеком и ребенком. Во-первых, потому что и искусственный интеллект, и нейросети были вдохновлены нашим мозгом, нашими нейросетями, которые связаны и сплетены с друг другом. Это я забегаю вперед. Так, возвращаемся в начало пути. В 1956 году был придуман термин «искусственный интеллект», и оттуда все понеслось. Это было начало, когда ученые поняли, что они хотят создать машину, которая будет обучаться. 1960-1970 — это первые шаги искусственного интеллекта. Вот представьте, как ребенок начинает только учиться, да, и как только он заговорил и начал издавать первые звуки, первые слоги, и вы его учите, что вы ему показываете? Вы ему показываете картинку, чашка, и говорите, это чашка. И работает примерно так же, только ребенок — это искусственный интеллект, а
Картинки — это данные, по которым он учится. В 1964 году все те же сотрудники компании IBM разработали портативный компьютер. Он все еще продолжал быть большим и громоздким, но уже выполнял гораздо больше функций, гораздо больше задач, чем просто считать и складывать цифры. Вот тут появляется Гарольд Коэн. Запомните его имя. Он вошел в историю как разработчик программы Aran, которая училась рисовать абстрактные картины. Это сложный процесс, и звучит это все на каком-то фантастическом языке, но программа разрабатывала картины, создавала их, художник корректировал и изменял немножко, и придавал картинам тот вид, который ему нравился. И у него было огромное количество выставок этих картин. Это абстракции, посмотрите. Вот, Aran рисовал, а Коэн корректировал его работы. Это было похоже на отношения между учеником и мастером. Только ученик — это компьютер, который никогда не жалуется на усталость и выгорание. Это были первые шаги, это были первые работы, это было первое создание прекрасного с помощью искусственного интеллекта. 1980-е, 1990-е — пробуждение и сила. И были времена зимы и похолодания в развитии искусственного интеллекта, потому что это все финансирование, потому что это деньги, вливание, и тормозилось все из-за этого. Но 1980-е и 90-е годах и стал чем-то вроде подростка. Уже умный, но еще не полностью самостоятельный. Компьютеры стали быстрее, и люди стали применять ИИ в реальной жизни. Уже начались применять разработки в медицине. Представьте, доктор, который в микросекунды мониторит ваши анализы, ваши снимки, ваши данные, все, что вы когда-либо где-либо сдавали, находит тот именно нужный анализ, находит ту именно нужную справку, которую нужно подкрепить к документам, которая составит полную картину в диагнозе анализа. Вот как раз диагноз анализа — это было первое, чему применялось искусственный интеллект. Сейчас, конечно, это огромное количество сфер, спектров, в которых я ничего не соображаю, но и внедрилась в медицину очень прочно, и, я думаю, надолго. Конечно, скептицизм был и в той области, но мы туда не будем лезть. Я с удовольствием послушаю, если среди медиков кто-то, кто уже сотрудничает с искусственным интеллектом, но мы говорим об искусстве и интеллекте. Мы помним, что Коэн разработал программу, которая первая создала эти картины. Дальше искусственный интеллект развивается, дальше он учится сам на своих ошибках. То есть представьте, если бы мы дрессируем собаку, да, обозначаем команду и хвалим ее, так и искусственный интеллект. Были поставлены ему задачи, выполняя их, хвалили или наказывали. Ну, наказание я даже не могу себе представить, какое было, но было, судя по развитию искусственного интеллекта. И в этот период появляются машинное обучение и нейросети. Нейросети, как я вначале уже говорила, были вдохновлены нашими нейросвязями в нашем мозге. Они позволили искусственному интеллекту не только анализировать данные, но и учиться на своих ошибках. Это было, как если бы наш тостер каждое утро делал идеальные тосты. Без пригораний или недопекания. Представьте. Дальше идет 2010 год. Это настоящие супергерои. Искусственный интеллект максимально внедряется в нашу жизнь. И это не только поиски в Ютубе тех картинок, которые вам надо, котиков или ваших фотографий, но только задумайтесь, искусственный интеллект пишет за нас тексты, поступает в институты, переводит тексты, набрасывает сценарии для рилс вашего Инстаграма, пишет музыку, говорит другим голосом, создает картины. И в 2018 году, это очень важная дата, тоже запомните ее, была продана первая картина, созданная искусственным интеллектом, за 432 с хвостиком тысяч долларов. Только вслушайтесь, был разработан специальный алгоритм генеративно-состязательной сети на основе 15 тысяч портретов 14-20 века известных художников. И представьте дуэт «Генератор и дискриминатор», где генератор — это художник, дискриминатор — это критик, который критикует работы художника.
Генератор учится создавать картины настолько реальные и близки к художникам, что дискриминатор не может уже их отличить, реальные они или созданные искусственным интеллектом. Вот по такому принципу был создан этот алгоритм. И по такому принципу была написана первая картина, которая продана за баснословные деньги. Идем дальше. Надеюсь, у вас уже уложилось в голове понимание, как это все работает. А теперь давайте поговорим вот отстраненно от этой всей информации. Где-то там кто-то в Нью-Йорке продал картину за какие-то там миллиарды денег. А теперь ближе к делу, ближе к телу и тому, что сейчас это работает, как это работает. Вот, например, я, Наталья Рюмина, художник из России. У меня были выставки, у меня было много выставок, кстати, живых своих работ и эпоксидных работ. У меня много клиентов, у меня много онлайн-обучения. И как в мою жизнь внедрился искусственный интеллект? Все началось из-за чего? Из-за Инстаграма. Мне показывает муж, вот можно же писать тексты красивенькие, а у меня проблема с написанием текстов, вот прям огромнейшая проблема. Я могу придумать, что хотите, я могу нарисовать что угодно, и клиенты мне подкидывают разные задачи, и уже я усложняю эти задачи, а не клиенты. Но что касаемо придумать текст, написать его, это для меня просто целая беда, и просто запустить спутник в космос какой-то. И вот мне муж показывает, говорит: Наташа, вот с помощью чата GPT ты можешь ему устанавливать задачу, и он тебе будет писать твои тексты, какие ты хочешь. И чтобы вы понимали, переводить свои тексты на английский и свое обучение на английский, я нанимала профессионалов, я нанимала переводчиков, я платила деньги. Но тоже, чтобы вы немножко разобрались, тексты просто перевести какой-либо текст в английский можно и самостоятельно в переводчике, но текст профессиональный с малиной особенно имеет определенные слова, которые имеют несколько смыслов, и ученик не сразу может понять, иностранец особенно, не сразу может понять, о чем я говорю. Например, строительный фен. Переводчики, которые работали со мной, они переводили именно construction fan. А что такое construction? Construction — это строительный, фен — это фен, но он имеет другое значение. Так же, как и пленка, да? Полиэтиленовая пленка. Переводили как полиэтилен фильм, но нет. Есть понятие, есть определенные понятия в иностранных языках, которые не знает переводчик, а знает носитель. И вот сейчас у вас взорвется мозг. ChatGPT перевел мне текст, как знает носитель. Не пленка, оргстекло, а плексиглас. Понимаете? И у меня тогда просто взорвался мозг. А дальше просто меня добила программа Captions. Она не только переводит тебя, она еще и копирует твои эмоции, твой голос и твою интонацию. И все тексты переводятся ею. А дальше я начала больше погружаться вместе с мужем в работу чата GPT и искусственного интеллекта. Я начала просить его создавать идеи и визуализировать мои идеи тех картин, которые я хочу сделать. Я писала запрос. Первое — это просто шутки ради, опять-таки, во время обеда у меня есть школа, Resin Art School, и я все голову ломала, какой логотип придумать. У меня в голове не рождался логотип, и я работала уже с несколькими дизайнерами по разработке логотипа, и это все было не то, знаете, когда вот не щелкает и не влюбляешься. Мы сидим на обеде с мужем, и я у него спросил чата GPT, попроси разработать логотип для школы Resin Art School, и у меня еще там игра слов была, я написала не school, как правильно пишется S через H, а именно S и cool, типа круто, не закатывайте глаза, да. И посмотрите, что разработал этот пупсик. И я влюбилась, и я модернизировала, исправила кое-какие ошибки. Да, есть погрехи, да, он еще не идеально все делает, но он уже сделал работу, которую я покупала, и он мне освободил время, вот так вот, за секунды, и создал этот проект бесплатно. Я его применила, уже футболки, мерчи, все это расходится ученикам, моим учителям, преподавателям, которые работают вместе со мной. Дальше переходим в тяжелую работу — создание картин. Конечно, чаще всего бывает вдохновение, и ты вот за секунду у тебя рождается «все, я хочу нарисовать вот это». Но иногда в свободном полете, без заказа, а просто ты вот сидишь, у тебя пустота в голове, и ты не понимаешь, что сделать. Но у тебя есть какие-то пазлы, которые ты не можешь соединить.
как у меня это было. У меня очень много историй было с китами, которые я хотела воплотить. Киты в космосе, киты со звездами, киты в воде, киты с девушками, киты под водой с зеркалами. И это все интерпретировал чат GPT, и это все видоизменял. Последняя моя задача была для чата GPT — это нарисовать руки, по которым плывут киты, и это выглядит как будто татуировки. Наброски, опять-таки, не идеальны, но еще нужно понять, что правильность постановки задачи — это 90% успеха классного результата. Я недолго сидела над этим, и тем более это было, опять-таки, на диване, в перерыве вместе с мужем, а давай набросаем вот это. И вот он создал. Но, посмотрите, это же референс уже. То есть это не нужно сидеть ночами долго, рождать ту идею, которую ты хочешь. Это ты уже отталкиваешься от идеи, которую тебе дал GPT. Дальше, вот это работа. Мой младший сын заказал мне картину. «Мама, я хочу, чтобы мармеладки были разбросаны по поверхности, нарисованы эпоксидной смолой». Просто нарисовать мармеладки, ну, как-то скучно. Ну, и, в принципе, есть уже много референсов по тому, как нарисовать мармеладки. Опять-таки, мы заходим в чат GPT, и я ему ставлю задачу. Сделай картину с мармеладками, эпоксидной смолой. И я думала про фон. Ну, белый фон скучно, на черном сильно, сильно так депрессивно для ребенка. И чат GPT выдает мне эту работу, которую я прорисовала в масле с помощью эпоксидной смолы. Так что вот, я хочу, ребят, с вами поболтать на тему, как вы относитесь к чату GPT и искусству. Когда я готовилась к этому видео, я пролистала очень много информации, очень много исторических фактов, очень много комментариев и огромное количество хейта, что роботы нас поглотят, все закончится как в фильмах с Уилл Смитом, будут зомби, люди будут покорены машинами и нас ждет смерть. Что вы думаете об этом? Как вы видите по моему настрою, я влюблена в эту идею, и я не вижу в этом ничего страшного, только то, что в руках людей этот инструмент превращается либо в инструмент искусства, либо в инструмент оружия. То есть люди дальше решают, как применить. И очень много сейчас хейта по поводу соцсетей, по поводу создания с помощью искусственного интеллекта видео, которое обманывает других людей, призывает там покупать что-то, делать скидки, взламывать инстаграмы. Очень много это уже идет на практике. Но опять-таки, это не искусственный интеллект делает, да? Это люди создали видео, на котором девушка, владелица аккаунта в магазине, детского магазина, говорит о том, что у нее скидки 90%, и переводит деньги мошенникам. Ну, понятное дело, что страдает девушка-сторона, у которой аккаунт взломали. Но это же не искусственный интеллект сам придумал и сделал. Это в руках человека стала такой машина. А что касается искусственного интеллекта и искусства, я считаю, что это еще один инструмент, когда художник может стать еще лучше. Вспомним появление, кто не знает, Digital, как его хейтили, как говорили, что все, страхи какие-то были у художников, что Digital заменит искусство, заменит картины, кисточки, но никто ничего не заменил, да? Есть художники, которые рисуют Digital, есть художники, которые работают и в Digital, и в реальным холстами, кистями и маслом. Я, например, смоленист. Есть заказы, которые я делаю визуалы в Digital. Я делаю на планшете, визуально создаю картинку, показываю клиента. Это же упрощает работу. Это же столько сил и времени мне экономит, чтобы создать ту работу, которую я хочу, и чтобы показать ее своему клиенту. А искусственный интеллект, тот же чат GPT, это еще один инструмент, который поможет мне, как художнику, сэкономить время на создание еще более сложного проекта, на познание себя. Посмотрите, какое огромное количество художников сейчас современных дружат с искусственным интеллектом и какие картины создают. Это, конечно, на любителя, как и в принципе все искусство, да? Как и любые другие формы искусства, они на любителя, и они находят своего клиента и находят своего почитателя. Я, как вы поняли, в полном восторге от искусственного интеллекта, от чата GPT. Это мой помощник не в
в 70% моей работы, но во многом сейчас, что касаемо написания курсов, что касается написания уроков, переводы, создания платформ, создания визуалов, туториалов, это незаменимая уже вещь, которой я пользуюсь. И, кстати, сценарий для этого видео и полностью текст написал искусственный интеллект. Тут сейчас должна такая музыка быть киношная, да, и заставка «Полеты в космос». Вот о чем я хочу с вами поболтать. И очень хочу узнать ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в комментарии, напишите ваш опыт, как вы работали, работали ли, или для вас это новое стало. Если да, буду очень рада, благодарна, сердечко. Знаете, терпеть не могу, когда блогеры говорят в конце лайк, подписка, жми колокольчик, чтобы не пропустить видео, но я сейчас понимаю, что это очень важно. Это минимум помогает мне понимать, что я не просто так это делаю. Это очень важно для творческого человека. И плюс это продвигает мой канал, и это дает возможность работать и освещать мне еще больше. Это помогает не только мне, потому что, если говорить об эгоистичном, я могу ограничиться и собственной личной страничкой, и этого будет достаточно. Но у меня уже настолько большой круг учеников, не только русскоговорящих, европейских, которые настолько тепло и с благодарностью каждый день мне пишут, что они узнают максимально. Знаете, последний комментарий, перескакиваю в свои мысли. Наталья, спасибо вам за это видео. Я заплатила за эту информацию деньги и не понимала, но нашла ваше видео, и теперь все у меня стало по полочкам, и все поняла. Спасибо вам огромное, вы сэкономили время и деньги. Вот что важно. Важно человеческий вот этот обмен. Поэтому, пожалуйста, если вам интересно было, отпишитесь, отзовитесь, мы с вами поболтаем, и очень хочу узнать ваше мнение. Всем отличного дня. И можете, кстати, набросать вариант, идеи, что дальше обсудить, какие истории, работы. И у меня есть пошаговый процесс по рукам с китами внизу в ленте. Посмотри, как я это рисовала. Если еще что-то хочешь прорисовать с помощью и digital, пиши, с удовольствием сделаю. Всем отличного дня. Ни аминки, ни пылинки. Пошла пить кофе с эпоксидным подстаканником.